Так, ребята, я уже нагулялся, возвращаюсь домой. Ну, от дома я далеко, так что немного уставший, но настроение отличное. Опять я иду к этому, как там назывался он? Ёлки-палки, уже в натуре уже у меня крыша едет. К набережной. Иду к набережной. Немного посидим, отдохнем. Посмотрим. Я, наверное, думаю, завтра уже. Или послезавтра, в воскресенье, я выезжаю. Потому что есть кое-какие дела. Так-то я еще здесь только 4 дня. Ну, думаю, что я хорошие места поснимал. Кому будет полезно. Как, у кого не было представления о Мерсине, наверное, создали кое-какое представление. Вот, вышли мы уже сюда. Сейчас я сниму вот так. Ну, здесь можешь сесть на автобус, ехать куда хочешь, на такси. Вот такое вот место. Вот здание то. Да, охота перейти туда, на набережную, посмотреть, какой там вид. Я, наверное, перейду. Так, сейчас.